Так. В общем, что? А что? А нихуя пока. Где эта злоебучая трансляция? Картинка есть. Ну все, вот, все нормально. В общем, всем привет, всем здрасте, кто подоспеть, кто чего. В общем, что у нас сегодня за денек-то такой? Сегодня, во-первых, день энергетика. Это мой профессиональный праздник. Вот. А во-вторых, сегодня днюшка. Днюшка одной из охуенных игрух, которая выходила за всю историю, блядь, видеоигр, нахуй, на приставке NES, Famicom, под названием Castle Trivia, Gumaju Densetsu. Вот. Что дальше? Так как я уже проходил в честь днюхи в прошлом году, я проходил ее просто так, а теперь я прохожу на харде, на лютом, там, хардкоре, в общем, там, не знаю, в общем. А, чтоб мне еще хардкор-то сделать, ёпта, мне еще надо же, блять, эту хуйню сделать. В общем, сейчас все постепенно. Вот. И, в общем, играем мы на харде. Вот, в общем, я переключаю. Играю я еще при этом. Блять. Страшно, просто жуть. Играю я еще при этом с картриджа оригинального. Не, не с картриджа оригинального, то есть коробочка там, все внутренности, плетики, хуетики, всякая хрень, в общем. Вот, играю еще на Twin Famicom. То есть, ну, захват, все дела. В общем, что сейчас? Я сейчас держу PSP еще добавок сверху в руках. Играть я точно на PSP не буду, так что сам говорю. Вот. Что делать-то я буду? Я, чтобы включить хардовый режим, типа, мне нужен пароль. А пароль у меня записан здесь. Так как там, в игре, я просто решил не срисовывать, даже фоткать не решил, я просто тупо беру, сейчас загружаю сейф и погнали, в общем. Вот. И все счастливы. В общем. Вот я загрузил сейф, то есть там, ну, как говорится, составка там, туда-сюда. Я думаю, сюжет и так все знают, да и читать, честно, я его, да и я его сам нихера не помню. Вот. Ладно, да, играю я на беспроводном джойстике, Dendy Classic, типа, да, еще тут есть такая, блядь, как же ты заебал, то есть, если я вот так вот возьму, то есть Salt Mod, то есть я могу любую мелодию ебать, вообще без проблем, то есть просто тупо для прослушки, кому скучно там, и кто там не знает, там еще игру до конца там, например, не прошел, там какие-то мелодии, ебать, там. Пожалуйста, любую мелодию можно включить и радоваться жизни. Не в каждой игре, конечно, эта фишка есть, но есть. Нет. Вот. Вот как-то так. Вот. Теперь я паспорт ввожу. Мне надо ввести мой логин. Типа имя. Да, что там? Как пишется это? А уж забыл, как мой ник пишется, ебать. Даже. Вот. Чё теперь? Так, ты там не спи, давай. Тут сможешь вечно посмотреть. Ай, пошёл. Так. Так, пароль типа несложный, но... Вот. Ну все. То есть я иду по пути Алухарда, с самим Алухардом я уже успел на первом же зубе получить пиздюль. Хард вот такой, блядь. В общем, что-то начало херовое у меня уже пошло, я уже два пизделя успел словить. Ну ладно, как-то поживем, увидим, что будет. Честно, давно не играл, специально... Как бы для интрижки, чтобы помучились вы и я, то есть все помучились. Специально не тренкал, так как я, в принципе,
ну, нормальную версию, то есть, ну, на нормале я ее прохожу без контов. Ну, не всегда, но почти. Конечно, No Dead еще пока не получилось. Больно уж длинная, на зараза, чтобы ее No Dead пройти. Пойду по самому жопному пути. Не знаю, что из этого получится, конечно, без треньки-то. Ну, посмотрим. То есть, решил как бы загнаться по полной. Блять, на кой хуй я получил еще один пиздюк? Ебать, сдохни, дура. О, кстати, вот там типа подсвечник, а так как я уже круг-то сделал, типа у меня алукарт-то типа есть, и я могу сделать вот так вот и вернуться обратно. И там, кажется, 7 тысяч. То есть за 20 тысяч там дадут мне уже жизнь. То есть я как бы полностью по стопу, то есть так, как будто, то есть, ну, начинаешь как в начале. То есть две жизньки, нулевки все, то есть, ну, все по стопу. Вот эти уже летают чаще. Ай! Блять, я сейчас сдох тоже таким макаром. Ебать, я даже не знал, что там будет. Я вообще остался на хапашка. Да блять, уйди, дурак! На первом уровне сейчас пейлиться начну. Еще этого не хватало. Да вы-то охуели! Мать твою, что происходит-то в этом мире? Блять, затроллило почти. Ну ладно, вроде бы до хпшки добрался. Блять. Ладно, пока берем хпшку. Блин. То есть хпшка тоже мало, меньше восстанавливает. В общем, все хуже, то есть все сложнее. Это жопа, блин. Блин, что-то я вообще... Так. Так мы быстро проиграем. Летучие мышки, конечно, меня здесь заебут, это сразу говорю. Птицы, летучие мыши, все заебет. Сейчас она исчезнет. Опа, и исчезнет. А вот так. Нихуя себе, я впервые в жизни No Damage убил. Это вообще нереально, просто нереально. Я даже на нормале так не делал, ебать, я тут на харде сделал. Ах ты, сучка, немножко жестко хотел. Ну ладно, пойдем, то есть по полному, то есть, чтобы побольше, подольше поиграть, то есть мы сейчас тогда заглянем в часовую башню, то есть это не обязательно, типа, ну, но мы заглянем. Чтоб помучиться побольше. То я уже тоже не стримил 100 лет. Заодно и помучиться. Фу, ебать, как так получилось-то, ебать? Я просто в ахуе, ебать. Вот первая смерть, пожалуйста, получите, распишитесь. Едь просто. Вот они косяки-то, когда не играешь, что ли. Я вообще уже ничего там дома не играю, блин. О, что-то. Хорошо.
Бра. Еще чешется. Чем отличие версии игр? То есть, например, в данной версии присутствует дополнительные 3 канала звука, то есть обычно по стопу их 5, а тут их 8. Такие, разумеется, я всегда забываю. То есть это чисто топ-фамикомовская такая хуйня присутствует. На, как бы так скажем, малая игра, это херня, это в основном даже канамиская хуёвина, то есть на Фамикоме, но от Канами. Это опять чуть не упал, это что за хуйня? Да вы не дурак. Если ёбаного подсвечника тут... Пики, фас, пики. Во. Что я не называл в прошлые разы? Это то, что я типа очковал даже, так скажем, чтобы не ёбаться. То есть там... Жизнь-ка. Блядь, зачем я все равно сейчас обратно надо лететь? То есть так как Грант типа умеет цепляться по стенам, типа можно этим пользоваться, только я что-то херово этим пользуюсь. Вот, и в общем... Как-то вот так вот, в общем. Да, а Лука там-то милое дело, перелетел и все счастливы. Не, еще одну халявную жизнь получил. Ай. Вот тут лучше сначала подсвечник типа выбить, а тут двоечку взять. Хе-хе-хе. Можно въебаться. А, лаги пошли, парни. Мать твою, чё всё залагало-то? ФПС падает, не тащит. Железка не тащит. Я не заберусь, мне повезло. Блин, ты ж как тут нарисовал, страна? Ой. Я аж дернулся. Хуй. Да блядь, что, издевается что ли? Может тупо забросать. Лох. Ну да, только здесь мы уже не сможем играть персов, так что все, только вообще за все одно прохождение может только поднять персы. Сейчас просто мы уже едем дальше. Все это рушится херам, и мы уже возвращаемся обратно. Джойстик разваливается. Гребаный нож. Чик. Лифт едет вниз. Ау. Все равно.
проходит, подожди. Проходит как заебись. Ой, чуть не упал. Интересно, там сейчас жизнь есть? Надо проверить. Блин, мне этой херни мало, честно. Чё-то не набрал. Она вот не так шустро израсходовалась. А, ну еще жизнь у нее штяк. Эй, блядь, ну спускайся, твою мать. Ща бы упал бы к хуям. Разыгрался. Также сложность игры немножко другая. То есть по мне так эта версия легче. Кто считает, что Castle 3 американка легче. Не знаю, по мне. Castle 3 именно американка. Ни разу сложнее. Там, короче, что-то какие-то враги отнимают по разуму, там где-то 3, где-то 4, то есть какой-то враг в это 4 отнимает, там где-то враги 3 отнимает, то есть я уже эту херню ни хера не помню. Честно, Дэнни, насрать на 10 раз. И это главное, что игра... Главное, что игра заебись. Ах ты, сука, не попал. Да ёбаный. Пикселя злые пучем не хватило. Ай-яй-яй-яй-яй, не надо. Чик, ай, нет, не попал. Очередная развилочка. Ну вот, теперь выбираем нижний путь, так, поверхне уйдем к Сафи, а тут мы пойдем типа по нижнему пути, по пути Лукарда, который один из жопных. А я не сказал, что уж он охуеть как жопный, но, конечно, на харде он дает по жопе, честно.
Блять, как я их снял-то? Ах ты, зараза! Вот так же нельзя издеваться над игроком, а? Взяли мне кинжал ебучий, засунули, блин. Да что было так подъебать, а? Ну чё, не люблю бывать, когда ты играл так вот подъебывает. Ну по яйцам-то... Ааа, не успел, пиздец, уже схватил. Ай, успею. Догони меня. Вот топоры возьмем, у всех лучше. Тут, честно, есть хитрая жизнь, но так как у меня полная, не пойду. И больше, как бы, вариант теряешь. Да сука, все-таки заебали. Блять, тут деваться уже некуда. Летают тут всякие уроды. Ну тут сейчас тоже полюбац дамаг потеряю. А-а-а, блять. Почти разрулился же. Да блин, опять эти ебаные ножи. Че все троллишь-то, а? Вау. Это как у меня так получилось, я не хотел нажимать вниз. Пожалуйста. Ну, в общем, как хош, он должен завалить. Ай! Не надо меня бить! О-о-о-о! Да, это мне повезло. Отделался легким испугом. Ой, блядь. Честно, я даже не знаю, это уже какой третий или четвертый круг. Потому что я это проходил, я честно даже не знаю, какой это уже круг был. Но он был. Вот, кстати, тоже что-то тут можно залететь и посмотреть. Хотя тут можно и топорами неплохо. А что тут вообще есть? Ни хера? Ни хера. Всем сапки все руки стрелять. Ай-ай-ай-ай-ай, больно же! Косяки небольшие с этим управлением, мне этих грёбаных лестниц бывает. Ну, чё ж сделаешь? Ай, блин, я и забыл, что эта херня трошится. Да, блядь, ты тут куда ты совался, удон? Всё, валим отсюда.
Я, честно, даже не знаю, что там. Что-то значит неплохое. А туда тоже слетаем, может, там тоже что-то интересное есть. Потому что я первый раз, вот честно, так летаю тоже туда, вот эти все секретные места. Я сейчас, кажется, меня убьет. Дальше-то я могу быть? Заебись, я что-то где-то шлендаю. Честно, уже зря валим отсюда, короче, хорош прикалываться. Сейчас опять дамага тут получается, напор. Ай, блин! Сразу. Тут именно надо вот прыгать с последнего этого кубика, а то не получится сделать прыжок, упрешься типа в потолок и упадешь вниз. И потеряешь жизнь. А вот, кстати, она. Сейчас я тут ни хрена не помню, как проходить толк. Рулит. Эй. Ну, типа, можно помочиться Алукарда против Алукарда. Я так понимаю. Лучше этого не делать. Лучше по старинке. Блять. Да что, мать твою? Можно мудов это Лукарда, Лукарда. Как это называется, блядь? Мир, ёпт. Уж никак просто, уж не вывернулся и так, что тут выезжался. Воу, блядь! Ебать, вот. Во!
Мы идем вот так. Надо лучше спускаться по лестнице, а то в яму дронешь. А, его тут тоже надо. Че ты нажал, блядь, да ты заебала? Да! Гниты злоебучие. Лучше так потерять одну хпшку на ней, чем сдохнуть вообще. Кстати, тут еще босс сейчас. Я буду срезать. Это не читерство. Это возможность. Закончится. Да что? Пузяка что-то зачесалась. А, вот тут тролльское место, блин, сейчас тут как бы не обосраться будет. Сейчас не помню, как его проходить. Yeah.
мало осталось. Вот сейчас нехороший туз. Ай, беги! Вау! Молодная. Вау! Нахуя вот ушуешься? Он сдох. И вот сейчас начнутся мои страдания. Это самый длинный уровень во всей этой игре. Очень длиннючий, и тут два босса, при том сложный. В общем, всего до хрена. Тут сейчас уже даже после первого чекпоинта уже будет сейчас проблема возникнет. Вот тут вот по этим перебраться будет достаточно сложно. Блин, вообще легко повезло, повезло. Офигеть, как повезло. Честно, я даже что-то помню, что мне на харде вот именно этот момент гораздо проще пройти, так как тут они летают, эти мыши, гораздо быстрее, типа по таймингу можно добраться. Вот, типа, гораздо лучше. Ну и тут, видишь, она еще как бы заскролилась именно... Ну, то есть, появилась с другой стороны. Так что, вообще, было ништяк. А, сейчас эту мозаику еще гребаную. Честно, я не помню, не бега, а! Беги! Да, блядь, тупой. Раз все не вспомнишь. Сейчас первый босс уже будет. Ну тут уже босс как бы рефайта больше, чем боссы. Побольше сильный тоже. Чё-ч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 ё
просто бесячий. И у меня, как всегда, надо один раз на нем только шипиться. Thank you.
и это все один гребаный уровень. Хотя еще мы тут немножко играем, но он продолжается. Поменялся как бы положение. То есть, ну, он в другом начал камни кидать. Я тут дала мне не ошибиться. Да, ну так же нельзя же. Надо было специально такой подъем сделать. Ай, бля, что сделал, тому дело. Нажал какую-то гребаную кнопку. Я срежу. Я такой. Ай, беги! Наш хпшка. Да, блядь. Да чтоб тебе вообще не дают входу. Нет! Не хватило немножко. Падла ебаная. Это зря делаю, вообще зря. Мама, дорогая, да чтоб тебе. Блин. Пипец вообще. Блин, ты чё?
Прям сейчас будет. Беги! Блять! Ну! А, ты сучка, блять! Ну ж острее! Это говёный подъем. Ну, чеши давай. Да блять, ты дура. Ебать. Просто пиздец, что происходит. Блять, ну вообще не получается выкрутиться. Я не успею, блять. Пикселей не хватило. Да ебать. Чеши! Чеши давай! Да блять. Да блин! Да сколько там вас? Пиздец просто. Дайте. О, да ёбаный! Еще три головы под конец. Охренеть. Вот в этой касле-то, блять. Ну чего? Эй, у меня этот ебаный беспроводной джойстик тупить начинает уже, походу. Ну ёпта, давай, работай, сука. До конца игры не дойдем. Да что? Так, того чпокнули. Теперь третьего надо чпокнуть. Бля, это прыжи здесь надо. Надо убавить. Не надо.
вот, типа, жопный уровень прошли. Осталось у нас сколько? Три уровня, в общем, осталось. Это один из говённых уровней. Ну, он не длинный и не такой мега сложный, но босс здесь ужасно сложный. Да, блядь, я не хотел прыгать вперед. Нефиг ширяться косточками. Блин, вот так бы не хотелось бы пушкать еще все. Двоечка, она нас должна спасти. Спасет ли? Блять, все-таки попался. Ебать! Ну, уже проебался. Ебать! О! Не тупи! Только не тупи! Аж сердце отлегло. Еще один паршивый уровень. Да, в принципе, остались только паршивые уровни. Ну, иди,
А там еще один гребаный подъем будет. Вообще-то покоя не дает. Бляха, муха. Да ебать! Да как это? Ну, в общем, до свидания. Ненавижу это. Даже на нормале эту хуйню ненавижу. Да ебать! Да сука! Да блять, ну почти добрался, ну как так-то, за что взевал такое, ебать? Так нечестно же. Да и прыгает дубина. Ебать, чеши, чеши, чеши! Похуй на все. Главное, чеши. Идиот. Вообще сейчас до контов дело дойдет. На этом уровне. Нет, да что ты, сучка? Ай, блядь. Ой, блядь, я жизнь проебал.
теперь не вылезу, скорее всего. Я и забыл, что она там есть, блядь, чеши! Бляха-муха. Да, блядь! Я прямо на линии смерти хожу. Вообще не знаю, как еще мне везет. Да ёб твою! Вали отсюда нахуй! А чё, у меня нет никакого спецназушки, что ли? Гребаный вот этот пад. А чё это тупнюто? Ладно. Что сделан по-хитрому? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ты куда полетел-то? Во, и всё. Пусть с ножами, но зато живой. Двойник единственный, который отнимает аж по 5 жизней. Ой. Ну топай сюда-то. Ну и хер с тобой не топай. Ёб твою мать, что делать? Что делать? Так хочу это дальше. Оу. Охренеть. О! И что, нельзя с ним коротким мочить его? Охренеть. Коротким как-то мочить. Оу! Блять, еще не попал! Идиот, блять! Сейчас до нулевки допрыгаюсь. Блять!
Только прибыл. Вообще опасная битва, просто опасная. Yes! Чё, тут титана, походу, нету. Чик. Последний уровень. Вообще все тормозит, тормозит. Лаги страшные. Тихо-тихо-тихо. Вас вот и дохерали, вы тут разметались. Блядь, ебаный брал, чё я сделал? Ладно, ещё не всё потеряно. Блядь, поторопился ещё. Почти сдох. До чекпоинта вообще нереально путем дошел. А теперь сдох. По-идиотски. Постоянно теряешь дома. Сейчас еще летающие мыши будут летать, походу, насколько я помню. А может и не будет. Ну, чё-то мне кажется, драку все равно не убью, все равно кого-то слить под самый конец-то. Что ж здесь такая? Ну, либо охуенно повезет, либо... либо никак. Ну вот что там, блин, хоть хпшки, может быть, что-то затащил бы. Так херово будет. Блять, они туда ты. Вот сволочь, а тут еще и сначала надо уровень начинать. Ё-моё!
Ой, гнида. Немного это не хватило. Я уж думал, я не допрыгну сейчас. Это попытки тоже не Блять, ну что за сука? Сейчас пофармить немножко. Ёбаный. Thank you.
Да, блядь. Yes. Еще жизнь под конец. Ну вот, как-то так. В общем, там надпись в конце, то есть меняется, там что-то, вот сейчас вот пишется типа полные титры, что ли, а там что-то писались именно, кто, что за персонажи. Тут вот теперь типа какие-то вот титры вот пишутся. Там при первой концовке, при первом прохождении типа, пишется только там, что за персы. То есть это как бы типа теперь полная, что ли, концовка, ничего того. Только там за пару надписей, типа то, что а, заебись, типа там, ты прошел два раза игру, и мать просто охуенно. При этом у меня PCP-шка так и включена. Охереть. Типа вон там что-то, гровер, короче, крутой. Там фейковый матч, фоплей. Канами. Ну, может тупо нажать старт и еще раз гнать еще целый круг. То есть это бесконечно уже игра становится, там же чем знать, который круг. Ну, в общем, вот как-то так, ребят. Так даже уж не особо активно было, наверное, точнее, вообще практически не было. Так что вот. Ну, в общем, что могу сказать? Спасибо. Кто присутствовал, кто. Хоть смотрел, ждал концовки исхода. Все, всем спасибо, всем пока. До новых встреч. Подписывайтесь, ставьте и так далее. В общем. Ну и так, понятно, что мне хуй там.
Все, всем пока.